Ну вот расскажите там, мол, что такое, в чем там суть бизнеса, а она говорит, вы знаете, я вот хочу, пользуясь случаем, обратиться на камеру и сказать, не покупайте в этот китайский мех, там животных убивают негуманным путем, а мы вот торгуем канадским мехом, там убивают гуманным путем. И я говорю, ну как это гуманным? Она говорит, ну вот в Китае их типа режут прям, а в Канаде убивают электрошоком. И потом мы узнали, оказывается, что она имела в виду гуманным путем. Животным в Канаде вставляют щуп в задницу и пропускают туда ток, и они от этого умирают. Ну, в общем, вот такая публика, знаешь, вот она живет в этой реальности, что это гуманно. Так Так, вот, вы сняли. да.